Здравствуйте, меня зовут Адрановский Дмитрий. Я живу на улице Шолохова, 11. У нас вчера ТНС Энерго отключила свет. Вот, на улице было минус 12. Отопление перестало работать. Дома двое детей болеют ветрянкой. Звонил и в аварийную службу. Вот, оказалось то, что у нас образовалась задолженность по свету, хотя все коммунальные платежи оплачивались вовремя. Мною было написано заявление в прокуратуру по поводу незаконного отключения электроэнергии. Вся эта проблема со светом уже длится более года. Вот, началось все с установки электросчетчиков на столбах. Донэнерго, которые устанавливали это оборудование, установили его без моего ведома и принесли акты приемки о пуске в эксплуатацию этого оборудования, подделав подпись мою. За январь пришла первая платежка 1900 киловатт. Вот. В феврале уже прислали 1400. После того, как сделала заявку на замену счетчика в доме, мне его поменяли, проверили мои документы на собственность, выписали акт приемки, опломбировали. Все сделали так, как и должно быть, согласно правилам установки электрооборудования. На сегодняшний день 2700 киловатт на счетчике, а по платежкам, которые они присылают, у них за год вышло 7000 киловатт. В моем случае в акте указано то, что он находится у меня в доме. Вот. И другие приборы учета не предусмотрены этим актом. Акт подписан Донэнерго, той компанией, которая обслуживает все это и которая ставит эти счетчики. Но они все это проигнорировали. Заявление в прокуратуру написал, в полицию написал. Дети у родителей, в доме холодно, света нет. Жду от прокуратуры каких-то быстрых действий. Ну, согласно вообще законодательству Российской Федерации, они прежде чем отключить ту же электроэнергию, должны были меня письменно уведомить. И этого не происходило. Позвонили, отключили, и все как и должно быть. Ну, как-то не по-человечески, наверное.